Яркая передвижная лаборатория ПДД вызвала интерес у детей в Красноглинском районе. Инспекторы дорожного движения приехали на встречу с воспитанниками Центра дополнительного образования. Несмотря на хорошую летнюю погоду, ребята с интересом слушали рекомендации и советы сотрудников ГАИ и сами активно отвечали на вопросы. Я считаю, что это очень полезно летом закреплять знания, полученные в течение года, и повторять, чтобы дальше применять их на практике, чтобы не было этих происшествий. Встреча состоялась в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Она направлена на профилактику детского травматизма и предотвращение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Ребятам напомнили о правах и обязанностях пешеходов, в игровой форме рассказали о важных дорожных знаках и сигналах, а также разобрали различные ситуации. Отдельно говорили и о правилах использования самокатов и велосипедов. Сейчас эта тема очень актуальна, поэтому при беседе мы каждый раз затрагиваем тему вот этих вот средств индивидуальной мобильности, как правильно переходить проезжую часть, управляя данными транспортными средствами, что обязательно необходимо спешиваться. Ранее слушателями акции стали участники смен в загородных лагерях. Встречи продолжатся и в других районах, чтобы ребята в преддверии учебного года могли уверенно выбирать безопасные пути к своим школам. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.